Всем привет! В этом видео я покажу, как обойти такой момент, как замедление YouTube. Все мы знаем, что с 1 числа у нас YouTube стал у многих работать медленно, а у некоторых вообще не загружаться. Посмотрите на дату, сейчас 11.08. Я спокойно включил видео в размере HD. Ну, 4К сейчас и вряд ли включу, у меня скорость интернета моего не позволяет. Также вы можете посмотреть, я запускаю вот свое видео, которое я вчера выложил, да? То есть оно имеет небольшие подтормаживания, конечно, работает не так быстро, но при этом все работает. До этого у меня даже не загружалась начальная страница YouTube. Что для этого надо? Здесь надо скачать всего 2 файла, их установить и запустить от имени администратора. Все, что необходимо. Данный способ работает на браузере Firefox. На других браузерах я не проверял и точно не знаю. Где найти файлы? Можете найти у меня на странице ВК. Набираете Softfly, находите страницу. Сейчас параллельно с другого компьютера у меня просто загрузка идет, поэтому могут быть небольшие подвисания. Вот 2 эти файла, все что необходимо, нам надо их скачать. Один файл будет называться Goodbye. Нажимаем скачать файл. Скачать файл. Все, 2 файла у нас сейчас скачались на рабочий стол. Все, что необходимо, создайте любую папку на рабочем столе, пусть это будет новая папка. Переместите оба файла туда, но предварительно дождитесь, конечно, загрузки. Вот, когда наши файлы скачались, переносите их в папку, берете файл Goodbye 022 правой клавишей и извлечь в текущую папку. Если зайдете, здесь будет несколько системных файлов и 3 папки. Теперь возьмите папку YouTube и перетащите внутрь папки Goodbye. Вот она. Также распакуйте ее. У вас появилась папка YouTube. Если в нее зайдете, здесь будет 4 файла. YouTube 1, YouTube 2 и 2 текстовых. Вот нам как раз эти файлы. Можете их выделить, вырезать и помещаем в общий раздел этой папки. Теперь все, что необходимо, правой клавишей мыши нажимаете на YouTube 1 и запуск от имени администратора. Нажмите любую клавишу, нажмите пробел. Также со 2-м файлом. Запуск от имени администратора. Если у вас не получилось ускорить, попробуйте точно таким же способом запустить файл Service Remote. Правой клавишей запуск от имени администратора. Ну вот, как видите, если мы переходим в YouTube, мы спокойно можем смотреть видео. В связи с тем, что я как-то пару раз установил данные файлы, у меня видео опять начали тормозить. В этом случае я удалил папку и заново запустил эти файлы. Ну, как видите, сейчас небольшое подтормаживание. Удалим папку, создадим, перемещаем. Обновим страницу. Как видите, все пошло. То есть для начала, в первом случае, не запускайте файл Service Remote. Без него все лучше работает. Но бывают моменты, говорят, что при запуске 2 этих файлов у вас YouTube не заработает. Так что вначале запустите именно YouTube 1 и YouTube 2. Service Remote — это на всякий случай, если у вас вообще ничего не получилось. Конечно, видео так быстро не работает, с небольшими подтормаживаниями. Но это, по крайней мере, лучше, чем было до этого. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.